Всем доброго времени. Ребят, я обещал эту игру на вчерашнем стриме Destroil под названием для БКшки, но у этой игры какой-то косяк, короче. Я прошел 5000 километров, пролетел, и у игры появился какой-то заклин. Я эту игру потом попытался запустить на эмуляторе Эму, а там нельзя выставить джойстик, то есть там джойстик вообще не выставляется. То есть он просто не работает. Я нажимаю клавиши, там джойстик, он вообще не фурычит. Игра, кстати, состоит из 5 файлов. Так, если вы играли. Понятно. Ребят, кому надо, почитайте правила. Я уже читал, я не буду уже зачитывать. Так, Кусета. Кусета. Рекламочка. Да, это продолжение игры. Там было написано, в общем. Вот где-то внизу и летел. Там, где вот эти вот шарики вот сейчас, да. И просто произошел какой-то циклический звук. Звук такой. Ну, короче, как будто бы, ну, что-то зависло, явно что-то там зависло. Зацикливающийся такой звук пошел. Ребята, я хз почему. Ну, на клавиатуре в эту игру я даже не буду пытаться играть на другом эмуляторе. На клавиатуре тут меня просто изничтожат. Да, это продолжение игры Освободитель. Тут и на джойстике сложно, в общем-то, довольно-таки. Скажем так, нелегко. Блин, вот это оружие. То, что сейчас мы пропустили, это как бы оружие, но оно, видите, не всегда трансформируется где надо. Жесть, они прям целыми стенами шкварят. Вообще, я раньше в эту игру никогда не играл. То вот сегодня решил поглядеть, потому что я про эту игру видел рекламу. Ну, после прохождения Освободителя, вот этого. Собственно говоря, ради того, чтобы посмотреть, я эту игру и запустил. Ну, жалко, что, видите, тут какие-то косяки, глюки. Вот почему игра зависла, не могу понять, почему. Может, эмулятор неправильный. Хотя игра реально, она запакована сначала в формат БКД. Ну, это формат, дисковый формат. Я этот БКД распаковал, у меня есть программочка, она распаковывает. То есть все как бы пошло. Я не знаю, в чем проблема. Чего не понравилось. Может реально какой-то баг, конкретно вот с данным эмулятором. Ну, без джойстика здесь играть, ну, как бы даже и не хочется. Блин, все равно зацепило. Ну, сейчас будем тратить вот это оружие, потому что... Потому что... Его не особо жалко. Да, но слабенькое, очень слабенькое оружие. К сожалению.
Не, ну по идее можно попробовать вообще их не валить. Я не знаю, что из этого выйдет, если их вообще не валить. Хотя нет, лучше валить их. Тут, короче, целые огненные стены пошли. Так, 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 так. Успел, да? Нам главное, ну вот, количество патрона вы видите внизу, то есть. Тут это гороховая пушка. Это номер 3. А нам надо номер 2, вот красненько, это тут херовина. А оружие номер 1 вообще полный фонарь. И можно вообще не пользоваться. Такая хрень. Ну вот самое говняное оружие, нам дали его больше всего, как обычно. Оружие реально такое, никакое, короче, оно вообще просто никакое. Тут разгоняется шарик вот этот. Чё-то куда-то он пытается попасть. Да, ну не, ну это бред, это не оружие, это говно какое-то, просто говно. Тупо на расход хпшек. А что это пикнуло? А что за звук-то? Что это оно пикнуло? Что-то странный какой-то звук, ребят. Первый раз такое. Слышу. Жалко, обидно будет, если игра зависнет. Вот. А, патроны дали. Короче, где-то 5500 я примерно пролетел. Примерно 5500, и вот на этом моменте меня скрючили. Блин, вот это они щимят. Это еще что? Все хана оружию. Остались какахи. Да что ж вы мне это говно все время подсовываете? Дайте ж нормальную пушку. А, ну пускай она летает, стреляет. Может здесь тупо расстояние надо по... Мне кажется, здесь, ребят, надо тупо пролететь расстояние. Неважно какими, скажем так, усердиями. По-моему, здесь, да, тупо пролететь надо. И попробуем сделать так, чтобы нас поменьше дамажило. Или здесь только активное оружие пополняется, не совсем могу понять. Надо заранее переключить. Так, что ли? Фактически вот это 4.50, это фактически секунды, то есть... Да, ребят, я понял как. То есть фактически вот это равно количеству секунд. То есть мы сейчас играем 460 секунд.
Блин, ну хуже. Угрёбки, угрёбки, угрёбки. Вообще, конечно, игры на бокашке очень редко когда глючат, но если ошибка какая-то появляется, то она уже критическая. Она уже не... она случайно не бывает. О! Нужно оружие дали. Не, здесь не зависит от того, какое оружие у тебя в руке. Абсолютно не зависит. Дают рандомно, любое. Так, 5-100. Давайте я сохранюсь просто на случай бага. Это техническая сохранка, она мне пригодится. Как-то, может, оплатить получится. Я не знаю, почему прикол, но вот 5200 мы, ребят, пока пролетели. Игра пока не вылетела. Тьфу-тьфу-тьфу, как говорится. По-моему, это боссы какие-то. Такс. Я, короче, понял, в чем прикол был. Когда первую миссию проходишь, ну, первый этап, вот этот звук заклина, это... Он означает, что ты прошел, короче, просто... В общем, как бы сам этап. Нажимаешь Escape, вот как в перевале, ребят, как прям как в перевале был такой же баг. Нажимаешь Escape и происходит переключение автомата на новый уровень. Кстати, я вот пытался второй этот эпизод пройти. Я, наверное, часа 2 или 3 потратил. Даже больше, чем 3 часа. Тоже попытка, наверное, номер какая-то, я не знаю, какая она по счету. Ну, все-таки хочется игру пройти до конца. Без сохранок, чтоб никто ничего не говорил, что-то там типа читер. О! Хороший ствол дали нам. А драконы лучше всего в башку стрелять, да. Там он сразу же дохнет, как бы. Короче, как я понял свою ошибку, эту игру нельзя пройти тупо на мили, то есть там мили это вообще как бы понты. Эти мили ничего не дают. Здесь самое главное пройти всех как бы врагов. Вот в чем дело. Так, замечательно пока. А мили это просто, ну, как, типа анимации, то есть, ничего не дают. То есть, я летал где-то минут 40 только на первом этапе, прошел кучу этих миль, а сам эпизод так и не смог осилить. Да сколько вас тут говноедов. Это, извините за эмоции, но это надо кошмар, я просто утрахался в эту игру уже играть. Ну, я все-таки вчера обещал на стриме, что будет новая игра. Сложная это. Это вообще не, это не просто сложная, так это гигасложная. Прям реально такой затрахон. Чтобы ее пройти, тут надо изучать эти правила еще. Весьма долго. Оружие переключается по конченному, реально по конченному. Враги здесь все камикадзе, абсолютно.
Так, не буду тратить патроны. Нахер надо. Блин, он... Оружие здесь так тупо работает, вы не представляете. Оно очень медленно срабатывает. Здесь куда-то попасть, надо прям извратиться. Я не знаю, почему автор игры вот после этого... После своей первой части, ну, никак не смог разнообразить геймплей. Да, врагов много, классно, но... Именно вот для разнообразия мог бы что-нибудь еще добавить. Просто реально одно и то же. И повторяется, повторяется на целых 30 минут один эпизод будет, если не больше. Мне так кажется просто. Да, сняли с нас до хера еще хпшек. Оружие хоть дают теперь. Потому что раньше вообще не давали ни хрена. А, вот эти роботы. Видите, они еще за экран улетают. Так, ловить момент. О! Видите, ну, сейчас просто везет. Странно, вот. Это вот как в эксперте, вот когда я проходил, говорил, что большая доля везения, когда тебе дают нужное оружие. А могут вообще ни хрена не дать. То есть ты можешь целую игру пройти, пытаться, и тебе не дадут ни энергии, ни оружия нужного. Ух ты, какой он крепкий. А если так? Не хочет умирать. Так, 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 так. Не успел схватить. Вот эти атаки меня конкретно уже начинают подбешивать. Вот эти вот атаки из ниоткуда. Все, все, пульки кончились, зашибись. Супер, мы еще половину не пролетели. Кстати, драконов можно, ребят, не валить, как я понимаю. Здесь можно вообще никого не валить. Ну, вообще не валить никого не получится, потому что игра туда не пустит тебя. Давай, 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 скорее не тяни резину. Вот этот шарик сейчас меня затрахает уже. Да, пипец какой-то, какой он скотский. Блин, были ж бесючие игры, ну такая, чтобы...
Так, отлично. Наверное. А может нет. Все равно путь здесь очень длинный. Чуть-чуть не то оружие, ну ладно. Я, в принципе, так карту... Я по карте, в принципе, представляю, где нахожусь. То есть я наизусть не знаю, где чё вылетит. Я именно представляю, кто... Вот это полпути примерно мы пролетели. Даже меньше, где-то процентов 30. Пульки всегда по 50 даются, так что тут можно губу не закатывать. О, база. Это первая только база, потом вторая будет еще. Да, это, ребят, только мы, в принципе, где-то половину пути пролетели. Жесть уровня. Кому кажется, эта игра легкая, попробуйте сами пройти. Я думаю, у вас не получится с первого раза это сделать. Так, мы его нахер реализовали. Завалили, ну ладно. Блин, видите, как неудачно, неудачно вот два подряд этих мудака выползло. Но я тут не настолько еще много играл, чтобы прямо запомнить всех врагов до одного, откуда кто выползет. Но не по системе выходит. Это однозначно. Все. Пульки ноль. Финиту. Ну, блин. Мог бы зацепиться там как-то. Не, от этих я буду тупо сваливать, ну его нафиг. Не-а, ребят. Так, пульки, срочно дайте пульки нам. Мне интересно, сколько будет третий этап длиться, если второй идет почти
Ну почти, до хрена, короче. Почти до хрена. Оружие, реально вообще все, нет оружия. Ой, блин, эти конченые роботы пошли. Вот их обязательно надо валить. Не, можно, в принципе, попробовать не валить. Вообще, думаю, лучше их завалить. А, все, нечем валить, отлично. Супер. Еще и продамажила тварюка. Так, тут можно проскочить. А хер там. Ну вот размечтался, да? Так, не буду вывалить этого мудака. Пускай он там идет лесом. Драконов не обязательно валить. Просто, ну, из-за них просто очки дают. Или, я не знаю. Патронов нету. Пока не хочу рисковать зря. Да ну ты посмотри, все равно зацепила гадина. Внизу летишь плохо, вверху летишь плохо, короче. Вот так, да. Не полезу, не полезу. Это глупо. Я уже, ребят, пытался так вот рисковать. И пришлось переигрывать после таких. Ну, это счет, это просто по-нубски было. Так, ладно. Блин, чаёк охота попить. Очень здесь туго работают. Патрончики, там стрельба. Кошмарно просто срабатывает. Ну, блин, ладно. Хрен с ним, хоть зацепил. Хоть клеточку зацепил. Я вот пытался, да, в такой ситуации пострелять, меня сразу же развели на жетуху. Какие романтические торможения пошли. Сука ты. А, это. Здесь так или иначе тебя задамажат, потому что. Ну, вот эти стенки, они непрерывно валят. Ну, как бы вылазят или выплывают, не знаю, как это правильно сказать. Вот эти вот стенки, видите? Из ниоткуда просто, называется стрельба из ниоткуда. Что-то давно дракона не было.
Видите, какая пауза огромная перед очередью новой. Мне-то главное пролететь, да, все, насрать. Что ж вы так оружие-то не даете? Вот вторая база, да. Блин, ну это я не знаю, ну тут с таким оружием говняным это хтун какой-то прям. Да убейте уже нахрен его. Чё мучиться-то? Смысл играть, если нет оружия? О! Вот сейчас нормально дали. Хоть нормальную пушку дали. Так, не две подряд хоть. Они выплывают хитро. Блин, как я так умудрился? Как я так мажу? Двенадцать патронов. Ну, теоретически, может быть, смогу куда-то. А, нет, не полезу на дракона. Теоретически можно пройти, если прям очень-очень хорошо постараться. Но только только с оружием. Смысл-то без оружия играть. Так, проскочили. Это, по-моему, летающая картошка или вареники, не знаю, что-то. И то, и другое. Лучше, да, лучше подожду. Смысл рисковать. О! Ну, здесь единственный здесь плюс, единственный плюс в этой игре, то, что враги стреляют всегда вправо. Ну, летающие враги. Мало как тут. Я хз. Охереть. Ну я точно, ребят, сейчас после этого видоса я его сохраню обязательно. Я не буду проходить подряд. Эпизоды все равно они автоматически сохраняются. Я все это смонтирую. Уже спокойненько. Ну. Не стал рисковать. Ну его нафиг. В чем смысл? А, ну хоть какое-то оружие мне дали.
Блин, ну вот жопа ты с ручкой. Ну и говорю, реально более бесячей игры я еще не помню. Ну, после Полтергейста. Это вообще непроходимая. Если игра непроходимая, то понятно, но именно бесючая в плане геймплея. Как тут проскочить можно? Каким раком боком? Ну, я имею в виду, чтоб не задамажили. О! Оружие мне дали где-то. Что-то как-то проглядел его. Сука ты. Ну. Ну капец, ну это ж читерство со стороны игры вот это вот. Куда эта картошка полетела-то? Бред, ну это бред, ну как тут играть с нулем хпшек? И что мне тут делать надо? Да нет, ну это оружие вообще никакое оно. А, есть еще пару выстрелов у меня. Ну. Попаду куда-нибудь. Двенадцать тысяч, офигеть, но сколько тут можно играть-то? Мне ровно одно попадание, и все, и хана. Я уже боюсь дышать тут. Дал, ребята, вы это видели? Одно попадание мне оставалось. Я просто был в офиге. Я не знаю, за это миллион, за это, ребят, миллион лайков ставьте. Что это тут? Какие-то карамельки внизу. Что это? Что это такое? Хера себе. А тут нас не любят. Ага, еще оружие взять. Успею. Ну да, как же. А, ракеты без наведения, они просто. Они просто летят.
другой вопрос, а какой длины будет этот уровень, если он реально на час, тогда я не буду играть в него. Даже не знаю, что тут комментировать. Ой, это что за херня? А, во как тут надо. Но это сообразил, это понятно. Это интуитивно понятно, ну. Короче, все, здесь надо тогда патроны будут экономить. Какая тут срань. И ракета не сбивается. Чё это он взорвался-то? Жесткий тут рандом. А, так пульки даже через технику пролетают их. Офигеть. У врага читерские пульки. Чё, с ума сошел так стрелять? Прикольная озвучка. Я даже не буду пытаться врезаться, скорее всего, наверное, жизнь отниму целую. Ну, обычно в таких играх так и происходит. Ну, здесь прикольно, что враги валятся с одного попадания. Вот. Это тоже радует, как бы. Интересно, пушки валятся? А, пушки валят. Так, ребят, здесь пушки можно валить, оказывается, уже. О, как. А я ж не знал. Сейчас мы пушки будем хрякать. Ну, не все. Блин, не все лучше. Не по всем лучше пушкам стрелять. По тем, что находится на открытой местности. Ну, кстати, вот этот тур мне больше нравится, чем... Вот этот тур мне реально больше, чем предыдущий нравится. Здесь потому, что уже какое-то разнообразие пошло. Ну и в меру сложный, хотя я не знаю, насколько он сложный. Я что-то еще его не прошел. А, у меня вот этих... Ух ты, что это что за херня? Ёлы-палы, это какие-то роботы, блин. Хрена себе, роботы пошли. Жесть, жесть.
Роботы-ракетчики. Не, нафиг, я туда не полезу на мясорубку. Блин, что-то не многовато ли вас тут? На одного. Так, у меня реально уже рука устала стрелять. Точнее говоря, не стрелять, а управлять. Онемело, блин. На паузу хрен поставишь. Кстати, у этой игры нет паузы. Вот робот. Робота можно завалить, интересно? Да, робота, ребят, завалить можно, оказывается. А, так по идее тогда и вышки можно вот эти вот турельки. Да, робот легко варится. И если, конечно, успею что-то сделать. О! Нужные патрончики дали, отлично. Да, эту игру в наше время. Вот народ бы мудохался. Как-то тяжеловато становится тут. Да, реально второй уровень был бесючий, но здесь хоть не сильно бесит. Именно здесь разнообразие больше. Роботы какие-то пошли, пушечки. От пушечек можно поворачиваться. Здесь вот реально на скиллы. А чё это он? Чё он такой крепкий? Ты какой хитрожопый. Ну, красиво. 5 пушек одну очередь. И сколько, ребят, сколько здесь длина уровня, я тоже без понятия, естественно, потому что я первый раз в жизни-то его вижу. Блин, что-то куда-то я вл... А! Я не сдох, то есть здесь. Давите как. Да успокойся ты. Анимация прикольная у этой игры. На горох все разлетается. Почему автор решил на горох? Типа куски обшивки, что ли, такие? А здесь, наоборот, этот синенький пулеметик больше... от него как бы дамага. А у меня кончились патроны, ребята. Торба. Вот это торба. А как мне теперь? А ладно. Вот этим пулеметом, конечно, весьма тяжело стрелять.
так, ну это я возьму. Что я взял? Или не взял, не пойму. Сука, вот это она снимает до хера. До хера дамажит она, конечно. Блин, а что я так с оружием не рассчитал-то? А, ну все, ребят, это, видимо, конец игры. Потому что то же самое, что и в прошлый раз. Вот он требует заставочку End. Да-да-да, вот он требует заставочку End. Заставочка, ребят, End почему-то не загружается. Я не знаю, в чем причина. В любом случае, мы игру эту прошли до конца. Ну, потому что я игру запускаю распакованной. Она должна быть запакована в файл, по идее. Ну, кто хочет отдельно подгрузить этот файлик End, посмотрите, что он значит, ребят. Фух, реально было такое тягомотное прохождение. Ребят, ставьте лайки обязательно. Подписывайтесь. Поддержите канал донатом, кто может. И встретимся скоро в новом видосике. Потому что кошмар, все, 5 часов над этим видео трудился сегодня.